Окей. All right. Я, знаете, после вчерашнего вечера. And after yesterday's evening. Я думала, мэн, я выйду, главное, чтобы у меня не получилось, как у него. And I was hoping I wouldn't become like him. I'm like, Иисус, не шути со мной так. And I said, Jesus, don't joke with me like this. 13 лет. 13 years. Нам 13 лет. We turned 13 years. И сегодня мы празднуем 13 лет. And today we celebrate. Победы. Victory. У меня, как всегда, было в голове много-много текстов. Like always, I had a lot of text in my head. Я как будто готова всегда, но никогда не готова. And I'm usually ready, but never ready. Я хочу вам сказать вот, от просто от нас, от всей семьи. From this whole family. Мы не превозносим человека, we don't elevate a person, но мы чтим but we honor вашу верность, your faithfulness, вашу веру your faith в Бога in God. И... Боже мой, в человека. And in person. Мы благодарим вас. And we are very thankful за честь. For this honor. Которая внутри вас. That's inside of you. За авторитет. This, for authority. Который вы взяли с неба. That you took from heaven. И это стоило вам многого. And it cost you a lot. Мы благодарим вас за and дом. We thank you for the house. За который вы взяли ответственность. That you took responsibility. За мечту Андрея, которая была for the у тебя. Dream. И за тебя, Света, за то, что ты вместе с ним побежала за этой мечтой. That you are running together with him for, за каждый after this день, dream. For every day, когда вы говорили «да». When you said yes, когда не было сил. When there was no strength, когда было хорошо и плохо. When it was good or bad. Мы просто благодарим вас, ребята, за то, что and we thank you guys, мы нашли дом. That we found a house. И вот эти розы, roses, это как символ того, кто мы есть. The symbol of who we are. Потому что мы верим в абсолютную индивидуальность because we каждого. Believe in the individuality, особенную идентификацию на каждом человеке, uniqueness on each person, который несет свои цвета, that brings their own color, свой запах, smell, свою aroma, форму. Form. И когда букет собирается, when you gather in a bouquet, вы именно та ваза, в которую мы vase, ставим vessel, наши розы. That we place our flowers into. И я рада, что там есть живая вода, которая является I'm very happy that there is living water, who и спасибо is вам Jesus. За вашу человечность. And thank you for your humanity. Я имею в виду за человечность, что вы не боги. That you are not gods. И поэтому, Богу. Да. И поэтому с вами легко идти и двигаться. Really easy to move with you вы guys. Позволяете ошибаться нам you let us make и себе. And yourselves. И вы позволяете покрывать ошибки you, наши and you cover и свои. Mistakes and your mistakes. И сейчас мы просто как вся церковь, and как like семья. Church, family, на самом деле, как дом. Like с нами сегодня портландская церковь, наша Portland семья. Давайте просто спасибо, ребят, что вы thank с нами you, сегодня. Thank you guys that you're with us. Мы благодарим за то, что вот там в камерах нации, о которых вчера пророчествовали, там нации. И они тоже поздравляют нас, and, я верю. And I believe they're celebrating with us. У нас есть наша семья с Германии, from Germany, с Риги. From Riga. Вы тоже наша семья теперь. You guys are our family as well. Канада. Canada. Канада с нами. Canada's поэтому, ребят, us. Сейчас под музычку мы встаем and, и просто поздравляем наших любимых, them, дорогих пастырей. И потом мы просто оставайтесь здесь все, мы возьмем and, их в круг и благословим here, их. We'll circle, we'll и перед этим, чтобы я не потерялась. Мы думали, что вам дарить? У вас все есть, даже попугаи не нуждаются у тебя thought, ни в чем. Your parakeets тебе ничего не, вам ничего не надо. Но мы решили просто, чтобы вы поужинали. We want you to have в Макдональдсе. McDonald's. Yeah? А, не-не-не, вы за no. правильное питание. No, you guys... В Red Robin. Нормально? Не, ладно. Red Lobster. Red Lobster.
И пейте кофе, and как всегда. Coffee, like Вашингтон always. Нуждается. Washington needs coffee. Окей, мы вас поздравляем, ребят. Я первая. We congratulate you guys. Ну что, давайте, ребят, поздравляем. Okay, guys, вы можете в круг. С днем рождения, любимые. Happy birthday. На репите. Много обнимашек. Lots of hugs, lots of embraces. Торта не будет. There's gonna be no cake. Потому что нам не нужна конкуренция. There's competition going on. Но я вам хочу сказать, ребят, but вчера мы еще раз again, получили подтверждение, oh, yesterday we received a confirmation, что туда, куда мы двигаемся, where we're going, Бог там. God is there. И молодежь поедет в Рединг и привезет что-то особенное. Youth is gonna go to Reading and it's gonna be amazing. Поэтому, если вы благословляете нас, if you are blessing нет, я скажу, обязательно благословите no, нас. Make sure you guys do this. Вы сеете не просто в себя, вы сеете в поколение. You're sowing into generation.
Okay, все, лимит заканчивается, okay, две limit песни. Is done. Okay, three songs only. Давайте, давайте, быстрыми объятиями. Захватим их. Let's hurry up and just embrace them really fast. Окей, кто здесь на месте, оставайтесь. Мы сделаем сейчас хороший плотный круг. We're gonna do a circle. Потому что мы вместе с ними идем за Божьей мечтой. We are following God's dream. Что эта земля будет изменена. That this earth will be transformed. Что наши глаза увидят славу and Божью, такую, которую еще никто не видел. Something that we haven't seen before. И я попрошу наших гостей, наших любимых друзей, our friends, our guests, и особенно наших канадских, especially our Canada friends, очень интересных людей. Very interesting people. Я не знаю, если они будут молиться одинаково, посмотрим. I don't know if they're gonna pray the same. We'll see. Хорошо. Хорошо, я отдаю микрофон. Okay, давайте протянем руки и просто Let's пойдем вместе с ними в молитве. And we're gonna pray for them. Well, actually, I'm going to bless them. Я хочу благословить их. Мы молимся. I'm gonna bless. Но я буду благословлять. And the first thing that I know что я знаю, is going to be a lot of vacuuming of the floor здесь after много the надо будет пропылесосить потом. You know, I'm going to make this short. Я буду коротко. Lord, I want to thank you. Господь, я хочу поблагодарить тебя for the blessing of Abraham and Sarah за благословение Авраама и Сары над этой парой and over this church, и над этой церковью. That you've called these guys to supernatural inheritance. Этих людей для сверхъестественного наследия. To give birth to something that's different. Родить что-то другое. To give birth to something that lasts. Родить что-то, что будет на протяжении многих лет. And to give birth to something. Родить что-то. That is going to continue to release that inheritance. Будет продолжать выдавать это наследие. To other people. Другим людям. Tribes. Нациям. And nations. И нациям. So Lord, we bless these people. Let's и мы благословляем bless them. Stretch их. Out your hand. Протяните ваши руки. The greatest thing you can do right now что самое большее вы можете сделать, это благословить. Them. И мы благословляем. We bless them. Мы благословляем их. Them. Благословляем. We bless 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 them. Lord, all over the world, bless them. Везде, везде, по всему миру мы благословляем. The power of blessing, we bless them. Сила благословения. Благословляем. And we bless them. Lord, let the blessing пускай твое благословение, of Abraham come on them. Авраама пускай сойдет на них. In the realm of inheritance. В сфере наследия. That's number one. Number two. Номер один и номер два. I pray the blessing я молю благословение Solomon. Соломона, would come upon them чтобы сошло на них when it comes to wealth чтобы это богатство and the glory. И слава. I pray the blessing of Solomon, who я had wealth молюсь о благословении богатства и славы в Let то же самое время in Jesus name. Чтобы оно истекало из них. Yes, Lord. Lord, I just thank you Господь, right я благодарю Тебя за них that you are the author and the что finisher ты автор of their faith. И ты заканчиваешь ихнюю судьбу. And the Lord spoke to me and и Господь мне проговорил и сказал, I'm going to finish things that I started in you 13 years ago. Я закончу вас, то, что я начал 13 лет назад. And that this is going to be a year of great increase. Это будет год умножения. And even before my dad said Abraham, даже до того, как мой папа сказал Авраам, I heard the Lord speaking to Abraham. Я слышал, как Бог говорил с Авраамом. He said, lift up your eyes. Он говорит, подними свой взор. And look at the stars. И посмотри на звезды. Try to count them. Попробуй посчитать их. It's, you will have more children у тебя будет больше детей, than what you could count чем in this то, season. Что ты можешь посчитать. That God says your family is increasing сказал, in this time. Твоя семья умножится в это время. And you won't be able to count the и children ты не сможешь посчитать from all the nations that God's about to bring in. Которых Бог приведет сюда. And you're going to see a move of и God. И ты увидишь движение Бога. Sweep whole nations. Просто захватит все нации. That God is going to give you dark nations. Бог тебе даст темные hard нации. Nations. Тяжелые нации. But the light of the glory is going to shine Господня будет воссиять в этом сезоне. And God has started many things through you. И Бог начал многие вещи через тебя. And he's going to finish many и Он закончит wow. многие через and тебя. And you're going to finish strong. Ты закончишь oh. сильно. God says you're moving from glory to Бог glory. Говорит, ты двигаешься со славы from в славу. From strength to strength. Силы в силу. Lord, we pray a blessing over this couple. Господь, we surround them in our prayers, God. We surround everything that you're doing. Все, что ты делаешь. Wow.
And Lord, we thank you for every child, Lord, every church, Father, we thank you now. Lord, you're releasing a global family. And Lord, we thank you. Господь, мы благодарим тебя. What the Lord has put together. То, что Господь поставил вместе. That global family. Это глобальная семья. Lord, I thank you. It's going to be a sign and a wonder. Я верю, что это будет знамение. For many generations. Для многих поколений. So Lord, just release it now in Jesus' name. Господь, высвободи это во имя Иисуса. На первом служении Бог сказал мне. In the first service, God told me. Я хочу высвободить это местописание. And I want to release this scripture. Это Агая 2:9. И Бог говорит. Слава всего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сём я дам мир, говорит Господь Саваоф. Says God, Бог говорит, пустыня God закончилась. Says, Он обрезает своим духом he от разочарований, от всего старого, от всех атак. И Он вводит в новую землю, обетованную землю, наполненную молоком и медом. И Бог обогатит вас все на этом месте. Дает мир и покой. Его мир, Его благословение. Сам Он. Он будет на этом месте. И Бог говорит, что Он защита ваша. И никто не прикоснется к вам. Ни один враг. Никто не сможет состязаться с вами. Как с Иаковым. Just like with Jacob. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus. И Бог говорит, я стою перед вами. And God says, I stand before you. И кто может who can состязаться со мною? No one can conquer я you. В этом доме. I am in this house. Я благословение, and, говорит and Бог. I am the blessing, says the Lord. Во имя Иисуса. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Getting drunk up in here. Мы тут опьянели чуть-чуть. Woo! Шумба-бумба. Хорошо, драгоценные, присаживайтесь. Я хочу конференцию. Okay, beloved, please have a seat. I want a conference. Я хочу конференцию. I want a conference. Спасибо, родные. Thank спасибо you, всем вам. Thank you, thank you. Each and вы every даже one не представляете, you. You can't even imagine. Насколько это приятно. How wonderful it is. Насколько это приятно. It feels so good. Иметь настоящую семью. To have a true family. Люди, которые знают тебя people много лет. That know you for many years. Люди, которые понимают, через что нам приходилось and проходить. People who understand the things we had to go through. И я так благодарен Богу. And I'm so thankful to God. Что многие из вас that many of you увидели мою и Светлану человечность. Myself and Svetlana's humanity. Наши раны human были side. На лицо 2-3 года назад. You've seen our wounds three couple years ago. И мы все вместе с вами это прошли. And each and every one of us went through it. И Бог награждает верность. And God rewards faithfulness. Не только нашу, вашу. Not just ours, yours as well. И для меня, как and для for человека, myself as a human, мне этот мир не интересен. I'm not interested in this world. Честно сказать, я все перепробовал. Honestly speaking, I've tried everything. Огромные дома, крутые машины, все, о чем мечтает, you know, мечтает cool мир. Cars, big houses, everything that you скучно can dream of. И неинтересно. And it's not interesting, it's boring. Заканчивается через everything месяц. Ends, all this interest ends within a month. Самое огромное богатство. The greatest treasure. Это слышать. To hear and to see thousands of testimonies, измененных судеб. Changed lives. Вот это то, что продолжает двигать нами. Измененная нация. Transformed nations. Спасенные души. Saved souls. Итак, спасибо, родные. Thank you, beloved. Для меня честь быть it's вместе с вами. It's an honor to be with you guys. Спасибо. Thank you. Amen. Amen. И за все. And for everything. Спасибо только единственному одному Иисусу Христу. We bring thankfulness to our only Lord Jesus for everything. Ничего мы без него не достигнем. We cannot reach anything ничего without him. Не пройдем. We cannot walk и поэтому anywhere without вся him. Слава только and ему. All glory is to him. Amen. Воздайте славу Иисусу. Okay, give glory to Jesus. И теперь now,
Давайте поприветствуем, опять пригласим на эту сцену Чарли Робинсон. Welcome. Welcome. Hallelujah, praise God. Слава Богу. Amen. God is good. Бог хороший. We're going to call this the Church of the Roses. Мы назовем эту церковь роз. Kaspers, I want you to stand up from Riga. Каспер, встань, пожалуйста. Because when I went and sat back, когда я пошел сесть назад, I saw you. Я увидел тебя. And I saw your life. Я увидел твою жизнь. And I saw like scaffolding on the outside of a building. И я увидел, как скаффолды на стенах, на домах. And you were very hungry for God. Ты очень голоден для Бога. And you were climbing. И ты вверх поднимался. But then you'd come and there was no scaffolding here. И там so не было скаффолд стама, и ты пошел сюда, you в эту сторону. You had to go higher. Ты должен идти вверх. And I see you going higher. Я вижу, ты поднимаешься выше. But then it would end here. Но ты остановился. But you would go higher over here. А, там остановилась, но ты поднимался еще выше. И там были непонятные разочарования. Like разочарования с людьми. Но ты все равно поднимался вверх. Ты шел вокруг них, потому что ты хочешь идти к Богу. И Бог тебя ведет по этому зданию не тем путем, которым шли другие люди, потому что твое желание, стремление идти вверх, идти выше, еще выше. И когда другие остановились, когда другие люди перестали идти, и когда люди перестали строить, ты продолжал строить. Ты продолжал идти вверх. На тебе помазание. Это как помазание здания. Но это как скаффолды. Это снаружи вовнутрь. И Бог тебя приведет в очень высокое место. Очень высокое место. Очень высокое место. Очень высокое место. Ты увидишь видение. Я вижу видение высоких зданий. Скаффолды. Выше подниматься. Куда люди еще другие не поднимались. Ты там будешь. Где другие люди остановились, ты получишь то. Что другие люди не увидели, ты увидишь. Потому что ты не остановился. Ты продолжал подниматься вверх. Ты продолжал подниматься вверх. Другие люди говорили, ты не сможешь это сделать и не должен. И другие говорили, ты не можешь, но ты все равно это сделал. Потому что из-за этого ты попал в место, где другие люди не пришли к тому месту. Но ты не остановился. И иногда God rewards those people. Бог награждает этих людей, simply because потому что они не перестают верить Богу. И они остаются наверху лестницы. Они даже не знают, как они там оказались. Но Бог знает, как ты там оказался. И все благоволение, которое ты получил, и ты получишь это, это исходит из стремления твоего сердца. И это что Бог думает о тебе. Oh, God is good. Praise God. Слава Богу. He came all the way to the United States. Он приехал в США. To get a word from a guy from Canada. Чтобы получить слово от человека с Канады. How many were here last night? Кто из вас был здесь сегодня вечером? That was a very, very awesome night. О, вчера было очень-очень классный вечер. A very unusual night. Очень необычный вечер. I've never been in a meeting like that. Я никогда не был на служении таком. Where God is speaking. Где Бог говорит. The same thing. То же самое. Over and over and over. Опять и опять и опять и опять и опять и опять. And it was we went out for to eat something last night. И потом мы пошли кушать. And we just marveled at what God did last night. И мы просто восхищались от того, что Бог делал вчера. And so if you don't, if you haven't looked at it, you can go online. Если вы не видели, пожалуйста, посмотрите через YouTube. I brought a я привез с собой USB. Такой USB. Jump drive, a jump drive, flash drive. Flash drive. Do you have these in the States? У вас здесь такие есть в Америке? In Canada, everybody over 40 thinks a USB is a bank. They don't know what a USB is. В Канаде все, которые за 40, они думают, USB это банк. So I have some. I have about 60 of these. У меня где-то 60 штучек таких. And these are teachings. Это учения. They're not really teaching. They're testimonies. Они больше как свидетельства. In the glory. В славе.
When you teach, you need a testimony to go along. Когда ты учишь, тебе нужно свидетельство. Because God just doesn't want to hear what you believe. Бог не хочет слышать то, что ты веришь. They want you to know what you see. Они хотят услышать то, что ты видел. Many times I've had people ask me. И много раз люди меня спрашивают. On the street. На улицах. In an elevator. В лифту. They'll say two things. И они скажут две вещи. Number one. How are you doing? Как у тебя дела? They don't care how you do. Им все равно, как ты. Как у тебя дела? You're in an elevator, 5 seconds ты в лифту later, на 5 секунд, и ты больше их никогда не увидишь. Say, do? Или они спросят, а чем ты занимаешься? But they don't care what you do. Ну, им также все равно, чем ты занимаешься. Every person cares today. Ну, я вам скажу, о чем каждый человек what переживает. Have you seen? Что ты видел? We have a YouTube generation. У нас YouTube поколение. The younger generation doesn't молодое really care. Поколение им все равно. They care what you have to say. Они почти все равно, как что ты говоришь. But they say, show me. Но они хотят сказать, покажи мне. Not just all these things you believe. Не то, что все эти вещи, во что ты веришь. Show me. Покажи what мне, you believe. Во что ты веришь. That's why when Moses was with God, и когда Моисей был с Богом, he didn't say, он не сказал, tell me about your glory. Скажи мне о своей славе. He said, Он сказал, покажи мне свою славу. Очень важно. И очень различно. Это следующее поколение. Хочет увидеть что-то. Не просто твое знание в разуме. Они хотят увидеть плоды того, во что ты веришь. Я был в Харрисбург, Пенсильвания. В лифту. An elevator is the best place to talk about Jesus. В лифту это классное место находиться, где говорить о Иисусе. Because when the door closes, когда двери закрываются, they can't get away. Они не могут убежать. So I got in the elevator. Когда я вошел в лифт. At a Howard Johnson's hotel. Howard Johnson Hotel. And the assistant manager was standing there. И там помощник менеджера. He had a name. У него было имя. Ivan. Иван. That's my father's name. Это имя моего отца. У него русское имя. Isn't that a Russian name, Ivan? Это русское имя. Русское. He's Canadian. Ну, он канадец. So I'm a Russian Canadian, I guess. Ну, и так что я наполовину русская канадец. Isn't that amazing how that works, right? Разве это не прекрасно? I said, your name is Ivan. Я говорю, у тебя, yes, тебя зовут says, Иван. Он manager. Говорит, да. Yes. I said, you have the same name as my father. Я говорю, у тебя такое же имя, как у моего отца. He said, what do you do? И он говорит, а чем ты занимаешься? I said, I'm not going to tell you. А я говорю, да, я тебе не скажу. But when I said that, he backed когда он, когда я это сказал, он так назад вступнул. And then he looks at the floors. И он to see what he's gonna get посмотрел, на какой этаж дальше поднимается. But we were both going to the top floor. Ну а мы оба поднимались на самый верхний этаж. I had time. У меня было время. I said, I'm not going to tell you what I do. Я говорю, я тебе не скажу, чем я занимаюсь. Because I knew he didn't care what I did. Потому что ему все равно. I said, I'm going to tell you what I see. Но я тебе скажу то, что я вижу. I said, I saw my 17-year-old son. Я увидел своего 17-летнего сына. Pray for a man молился with no eyeball in his right eye. За человека, у которого не было глаза в правом глазу. No eyeball. Не было зрачка, яблочка. 2 years before, 2 года до этого. In a construction accident. Попал в аварию на работе. A nail gun went off. Гвоздь вошел в его глаз. The nail went right straight through his eye. Через глаз. And the doctor took his whole eye out. И доктор вынял его весь все яблоко. So he and 3 other guys. Так что он и 3 еще других парня помолились за этого человека. For 4 days. 4 дня. At the fourth day. На 4-й день. They kept covering his good eye. Они закрывали его хороший глаз. Can you see anything? И они говорили, можешь видеть что-то? No, no. Он говорит, this is my son Sammy I'm talking about. Это я говорю о Сэме. He says, I have no eye. И он говорит, я у меня нету глаза, я не могу видеть. Но на 4-й день. With no eye. Без глаза. They said, how many fingers you see? Сколько ты пальцев видишь? I see 3. Он говорит, 3. I see 2. Я вижу 2. I see 5. Я вижу 5. So my son had a meeting with the guys. И потом мой сын встретился с этими ребятами. He said, either this man is a good guesser. Или он хорошо догадывается. Or he's healed. Или он исцеленный. And so they held out a candy. How many fingers? И они теперь показали ему конфету. И они спросили, сколько пальцев? Он говорит, я не вижу пальцев, я вижу конфету. And we have, it's called the Malawi DVD. We have this. И у нас есть Malawi DVD. On the Malawi DVD. И на этой DVD. Every day, каждый I took a camera. Я брал камеру. For 5 days. 5 дней. Into his eye. В каждый день. And в in его 5 days, глаз. An eyeball grew back. И его глаз начал расти, пока не стал целым глазом. But here's the miracle. Но вот чудо. He could see before he had an eyeball. Но он видел до того, когда у него это яблочко this появилось. This is the world I live in. Это мир, где я живу. I live in that world. Я живу в этом мире.
My son lives in that world. Мой сын живет в этом мире. This is the heavenly realm. Это небесная сфера. The kingdom of heaven is at hand. Царство небесное перед рукой. When you step into that realm, когда ты входишь в это, all things are possible to him. Все вещи доступны, достижимы. So I told the man in the elevator. Я сказал этому человеку в лифту. I'm not going to tell you what I do. Я тебе не скажу, чем я занимаюсь. I'm going to tell you what I see. Я тебе скажу, что я вижу. I've seen God make an eyeball in an eye. Я видел, как яблоко появилось в глазу. Я видел, как женщина, которая была параличем, только просто кожа висела. Когда мы молились за нее, ее ноги коснулись земли перед всеми. Бог дал ей две новые ноги. И она начала бегать туда-назад. У нее лицо поменялось из-за боли. Стало выглядеть лицо как ангела. Он посмотрел на меня. Oh, so you're a reverend. И он говорит, о, ты типа там великий какой-то министр. И он не знал, что сказать. You're a reverend. Ты священник? I said, no, I'm not a reverend. Но я говорю, не, я не священник. И потом мне Бог показал его жизнь. Я увидел его жизнь. Just like you read the newspaper. Как ты видишь газету, читаешь газету, я прочитал его жизнь. You're going through the worst time of your life. Ты проходишь через очень тяжелое время в жизни прямо сейчас. И ты даже не знаешь, если ты останешься в живых. Он такой говорит, как ты знаешь это? How do you know this? Откуда ты это знаешь? He says, you're freaking me out. О, ты меня пугаешь. How many know that's good? Freaked out is good. Кто из вас знает, что быть испуганным — это хорошо? Он не знает Господа, но это классно. И Бог мне показал. Мне Бог показал, он был в тюрьме четыре раза. А его босс не знал. You know who knew? Знаете, кто знал? My employer. Мой начальник. My employer knew. Мой начальник знал. My employer showed me. И мой начальник показал мне. His life resume. Его резюме жизненное. Ooh, he got nervous. О, у него сразу же начал переживать. Как ты знаешь эти вещи? You don't know me? Ты не знаешь меня. Он начал пугаться меня. You know, people are supposed to be afraid of the church. Знаете, люди должны бояться церкви. Not because we're mean, не потому, что мы злые, but because we move in power. Потому что мы двигаемся в силе. In the book of Acts, в книге Деяний, the fear of the Lord came on the world. Страх Господень сошел на людей. And the fear of the church came on the world. И страх церкви сошел на людей, потому что у них была сила, сверхъестественная сила. So anyway, he said, how do you know these things? И он такой говорит, как ты знаешь эти вещи? I said, there's somebody that lives in me. Есть кто-то, кто живет во мне, that knows everything about you. Который знает все о тебе. And he looks at me. И он посмотрел на меня. Now, here's what he's thinking. И вот что он думает. There's an alien living in him. В тебе инопланетянин, наверное, живет. He doesn't know. Он не знает. Oh, he believes me. Он теперь поверил мне. He said, listen, this guy's crying. И этот человек уже плачет, довольно большой мужчина. Но он боится, он теперь потеет и плачет. So let him sweat, let him cry. Позволь ему, пускай поплачет, пускай попотеет чуть-чуть. Потому что он думает, он уже все познал. Now he doesn't know what planet he lives on. Вот теперь он не знает, на какой планете он живет. And I said, you know who lives in me? Ты знаешь, кто живет во мне? I said, Jesus. Иисус. He was so relieved. Oh, okay, он так, I've heard of him. Так начал свободно дышать. Ну, слава Богу. Я мог понять, you know, о чем он думал. Он подумал, что сейчас инопланетянин с меня выйдет. You see, true prophetic, настоящее пророчество and true kingdom и настоящее царство will always bring a measure of joy, принесет радость, but always a measure of the fear of the Lord. И также страх Господень. When the pastor's talking today about giving, когда пастор говорил сегодня насчет даяния tithing, и десятин, I'm going to say this because this я это скажу, это написано в Библии. Your giving вы даете так же равно, как и молитва. A lot of people don't want to hear that. И многие люди не хотят слышать well, это. I'm an intercessor, did he wave the flag? Ну, я ходатай, я там they просто флагом буду. Never give, so. И они никогда не дают даяние. But the Bible says, но Библия говорит, Cornelius, Корнелий, a man in the Bible, мужчина в Библии, Acts 10, I believe, 10 глава Деяния, he prayed, он молился, and he gave. И он давал. He prayed, молился, and he gave. И давал. He prayed, молился, and he gave. И давал. And in a dream, an angel и во сне came. Ангел явился. And the angel said, Cornelius. И ангел сказал, Корнелий. God has heard your prayer. Бог услышал твою молитву. But your giving has come up before him as a memorial. И также твоя жертва предстала перед ним. You know what God's got? You know what God's attention? Знаете, что привлекает Божье внимание?
Not the prayer. Не молитва. It came up, he heard that. Он услышал молитву, но его жертвоприношение. Why is giving important? Почему это важно? You know, when I preach this, когда я проповедую это, the anniversary, и сегодня праздник, если вы почувствовали, чтобы написать церкви, напишите чек для церкви. In this environment, в этой сфере, сейчас в этой атмосфере, благословение в этом зале. He didn't tell me to do that. I'm telling you to do it. Он не сказал мне это делать. Я вам говорю сейчас это делать. But the God's, pardon me, His giving came up as a memorial, which means God saw. Его жертвоприношение пришло перед ним, и он увидел это. Then the angel showed up. И ангел явился. Not only did the angel show up, the best conference speaker and the most wanted conference speaker in the world. Самый желаемый спикер конференции явился ему. Peter, the apostle, came to his house. Петр, апостол, Петр явился. Was и Петра везде ждали, ему он же наперед его schedule был сделан. Потому что ангел явился. Потому что Корнелий давал. И молился. Then the best conference speaker in the world showed up. И потом самый лучший спикер конференции приехал к нему домой. Пришел. Павел нормальный, но думал, Петр был еще лучше. I know why you do what you do. Я знаю, почему ты делаешь то, что ты делаешь. Библия говорит, твой подарок или твое даяние дает и приводит тебя перед великими мужьями. Я не говорю о духовных дарах. И ты можешь пользоваться. Он говорит давать что-то настоящее. Когда ты делаешь это постоянно. Tithing. Some people, it's like десятая часть. Bam, I'm gonna tithe. No, и они думают, но как стучат об стенку. I'm not preaching on tithing. Okay, я не буду говорить об этом. But I want you guys. Но я хочу, чтобы вы знали. As your giving goes up. Когда ваша жертва поднимается, все остальное поднимается. Вы молитесь, вы даете. And you give. И вы даете и даю и молитесь. Okay, so I have these. So I have testimonies like that. У меня свидетельства здесь. Like the guy in the elevator. Так как этот мужчина в лифту. But I have 14 different messages. И у меня 14 разных слова там. Это как библиотека Чарли. In this little thing, the library of Charlie. Это библиотека Чарли. And in the library of Charlie. И в этой библиотеке. You're gonna find out how to do what I do. Ты узнаешь, как делать то, что я делаю. Because everything I do. Все, что я делаю. God told me I give it away. Бог сказал мне отдать это. One is called the rod of God. How to release the rod of God. Как высвободить посох, how to see in the spirit, как увидеть в духе, how to move in the spirit, как двигаться в духе, how to live in the spirit, как жить в духе, how to go above, как войти выше the norm, нормального, how to prophesy by faith, пророчествовать верой, and not just prophesy, и see it come to pass. Не просто говорить, а видеть, чтобы оно исполнилось. So I've got, there's 14 messages, здесь 14 проповедей, and it's available in the foyer. И оно там будет, в фойе. So to Riga, so я это даю Риге. Рига, бери себе. Praise God, glory to God. Слава Богу, аллилуйя. I want to talk about one more thing before we do some drinking. И я еще хочу одну вещь поговорить перед тем, как начнем пить. Friendship with God. Дружба с Богом. A friendship with God. Дружба с Богом. In my life, в моей жизни, is the most important place. Самое важное место. When I stand with God. Когда я хожу с Богом. Because when I stand before the Lord. Когда я стою перед Ним. I stand as a son. Я стою как сын. I stand as a child of God. Как ребенок Бога. I stand as an heir. Как наследник. But mostly. Но в основном. I stand. Я стою. In friendship with God. В дружбе с Богом. And the reason that I do, и причина, почему God taught me, Бог научил меня and told me, и сказал мне one day, один день he told me in 2002, в 2002 году he said, Charlie, Charlie, I want you to be я хочу, чтобы my best friend, я хочу, чтобы ты был моим лучшим другом во все время. Of all time. Все время. When he said it to me, когда это он сказал мне, I did not believe him, я не поверил ему, because my mind, потому что в моем разуме said the same thing, было сказано то же самое, as your mind said, как бы и у тебя бы в разуме было сказано. Because ты бы услышал, said, потому что твой разум бы сказал тебе, what about Moses? А что насчет Моисея и Петра, John, Иоанна? What about all these guys? Что насчет этих ребят? They live pretty close to God. Они жили довольно близко с Богом. Они в Библии. And I said the same thing. Я сказал то же самое. Jesus said to me, Иисус сказал мне, Charlie, I want you to be, я хочу, чтобы, my best friend, чтобы ты был моим лучшим другом все время.
my mind defaulted. И мой разум как бы подумал, ну что насчет Давида? Мы сравниваем себя с этими ребятами. Мы не можем стоять близко. Но хорошая новость. Вы ближе, чем вы думаете. Иисус сказал, Чарли, do you want me to be just one of your friends? Ты хочешь, чтобы я был просто твоим один из твоих друзей? No, I want you to be my best friend. Я хочу, чтобы ты был моим лучшим другом. Насколько долго? Well, all time. Постоянно. He said, well, when I look at you, когда я смотрю на тебя, you think I want you to be one of 7 billion friends? Ты хочешь, ты думаешь, что я бы был один друг из 7 миллионов? Do you think I died on the cross just you were just one of a crowd? Ты думаешь, я умер на кресте, чтобы ты был один из толпы? He said, "I have a whole world that I've created." Я сотворил весь мир, в котором ты только ты и живешь в духе. I'm able to look at you. Я способен смотреть на тебя, говорить тебе, разговаривать с тобой, обнимать тебя, щекотать тебя в сфере, в чем никто другой не живет. И это для каждого из вас. И у меня есть способность думать и смотреть на вас, как будто бы больше никто другой не существует. Потому что в вашем мире, потому что никто другой больше не существует, кроме тебя и меня. Мы — это близость. Это дружество. У Бога есть способность войти в твою жизнь, где ты единственный человек в Божьем мире. Когда Он говорит тебе, больше никого другого нету вокруг. И Он может это делать. Не думайте, что Он настолько большой. О, вот это Он такой огромный. И в этой сфере, где ты и Он, что Он ищет? Смотри на эти дары, Господь. Но Он не работает в этой сфере. Я думал, что эти дары меня делали духовными. Даже меннониты получают исцеление, Господь. You know what God said? Знаете, что Господь yeah, сказал? I did that. Да, я это сделал. Я это знаю. Я сделал, не ты. И Он сказал, Чарли, все духовные дары, которые я тебе даю, это для остальных, не для тебя. So the spiritual gifts that I have, это духовный дар, который у меня есть. Пророчество, это не для меня. Они не работают для меня. Ноль. I cannot find direction. Я не могу найти направление от Бога, using the spiritual gifts that God gave me. Используя эти духовные дары, которые Бог мне дал. That's why many prophets. Да, вот это почему многие пророки, служители, проповедники попали в проблемы. Because they move in gifting. Они двигаются в своих дарах. But they don't have friendship with the Lord. Но у них нету дружеских отношений с Богом. And when they get in trouble, и вот они попадают в проблему. They try to use that. Они стараются использовать это. It doesn't work. И это не работает. And they get in trouble because. И они попадают в проблему. Friendship with God. Дружеские отношения с Богом. And the place that you have personally with God. И это место, которое у тебя есть персонально с Богом. Is where you'll get everything you need. Ты получишь все, что тебе надо. And you'll need to. You'll be able to find him. И ты сможешь найти его. When you need him. Когда ты нуждаешься в нем. You'll be able to speak to him, ты сможешь говорить с ним. And he'll be able to speak to you. И он сможет говорить с тобой. But in that place, но в этом месте God will not speak to you, Бог не будет говорить с тобой. The way he'll speak generally to the body of Christ. Как он обычно говорит в общем с телом Христа. How do we know that? Как мы это знаем? Moses. Моисей. In the New Testament, в Новом Завете is the example. Моисей поставлен как пример. You say it's David. Давид. Nope. Moses. No, Moses. David was a worshipper. David был поклонником. But the Bible says. Но Библия говорит. That God. Что Бог. Spoke to Moses. Говорил с Моисеем. Face to face. Лицо к лицу. Like a man speaks to his friend. Как мужчина говорит со своим другом. God did not speak to Moses. О, Бог не говорил с Моисеем. Like God speaking как Бог, to a man. Говорит с человеком. He spoke to Moses. Он говорит с Моисеем. As a man speaking to his. Как человек говорит со своим friend. Другом. Now he was God. Да, он был Бог. You got to know he's God. Вы должны знать, он you Бог. You got to know he's king. Он царь. You got to have the fear of the Lord. У вас должен быть страх Господа на вас. You have to know that God is your judge. Вы должны знать, что Бог ваш судья. But after you know all those things, но после того, как вы знаете все эти вещи, что дальше? Most people only pray to the judge. That's all. Многие люди молятся судье. God will sit there with his court. И Бог будет сидеть в своей робе.
Да. Окей, тебе надо молиться. Тебе нужно ходатайство или ходатайствовать. Я не говорю о молитве и ходатайстве. Я говорю о тебе и Боге. Я был христианином 40 лет. Ну и что? Ты знаешь его? Я говорю на языках 35 лет. Ну классно. Ты знаешь его? Классно. Ты знаешь его? Многие призваны. Мало избранных. Малые ворота. Узкий путь, который ведет к жизни. И только некоторые находят. Я вот что о чем говорю. Узкие ворота. Узкий путь, которая ведет к жизни, и только некоторые находят. И куда эти ворота приводят? Вот о чем я сегодня говорю. Это сфера, которую Бог приготовил для вас. Это обещание, которое Бог дал вам, оно было в общем, будет в общем, пока ты не войдешь в это место, и оно станет персональным, и ты войдешь в эти дружеские отношения с Богом. Если ты попадешь в эту сферу, где ты будешь говорить с Богом лицо к лицу, и Он обнимет тебя, и Он пощекотит тебя, и Он тебе расскажет вещи, которые обычно люди не слышат, и Он просто будет любить тебя, и Он приходит и разговаривает с тобой, как мужчина, говорящий со своим другом. So I said, God, this is absolutely amazing. Я говорю, Бог, это вообще превосходно. I said, but you want me to be your all-time best friend? Ну, ты хочешь, чтобы я был твоим лучшим другом постоянно? I said, Lord, look at all the people in the Bible. Посмотри всех этих на этих людей в Библии. You know what he said? Знаете, что он сказал? Charlie. All the people in the Bible are dead. Все люди в Библии мертвы. Except for Enoch and кроме Еноха Elijah. Илии. Dead. Умерли. God said. И мне Бог это сказал. Can you imagine? God said. The rest of them are dead. Все умерли. But you're alive. Но ты живой. There's still time. Да есть еще время. For you to be. Для тебя. My best friend. Чтобы ты был моим лучшим другом. Of all time. Все время, постоянно. So. И вот. That year I was in a conference. В том году я был на конференции. Big conference. Большая конференция. And I was doing the announcements. И я делал объявления. And during the announcements. И во время объявлений. No, I actually preached. I was preaching. А, но я проповедовал. I stopped. Я остановился. Because God spoke to me. Потому что Бог проговорил ко мне. And I'm going to tell you. И вот что я вам скажу. Now I'm talking to you. Я сейчас со всеми вами говорю. Everyone in the room. Каждому из вас. Exactly what I said. И то, что я сказал. To everyone in the room. Каждому в этой вот в том зале. In 2002. В 2002 году. There's still time. Есть еще время. For somebody in this room. Для кого-то в этом зале. To be Jesus. All-time best friend. Чтобы стать лучшим другом Иисуса. There was about 1,500 people in the room. Где-то 1,500 людей было. And nobody clapped. И никто не похлопал. They all went. Because their mind said. Потому что их разум сказал. What about Moses? What about John? Ну насчет что насчет Иоанна, Петра, Моисея, всех этих больших людей. We do this all the time. И мы это делаем постоянно. We discount ourselves. Мы себя считаем низкими. We have no idea how much God really loves us. Мы даже не понимаем, насколько сильно Бог любит нас и как велик Он нас, Он в нас и что Он может делать для нас. And so I said that nobody clapped. I kept preaching. И никто не похлопал в ладоши, я дальше проповедовал. That was the morning session. Это было утреннее служение. In the evening. И вечером. Rick Joyner. Rick Joyner появился. Rick Joyner is a preacher from the United States. Rick Joyner проповедник, вы его знаете? He wasn't at my meeting. Он не был на моем служении. And he was preaching that night. И он проповедовал тот вечер со своего компьютера, лаптоп. And he stopped. И он остановился. Now, I've been with Rick Joyner quite a few times. И я уже несколько раз уже с ним был. He closed his laptop. Он закрывает свой лаптоп. In the middle of his sermon. Посередине своей проповеди. Rick Joyner doesn't do that very often. И обычно Рик Джойнер, ну, или вообще-то никогда не делает. И он ступил назад. And for about a minute, he just sort of looked. И он где-то минутку посмотрел на всех. He said, "You know what? God said something very strange to me." Знаете что? Бог только что очень странное сказал. He's never said it before. Он никогда этого не говорил. That I've heard. Когда, если бы я мог его слышать, но он вот что он мне сказал. That there's still time. Есть еще время. For somebody in this room. Для кого-то в этом зале. To be Jesus, all-time best friend. Стать лучшим другом Иисуса. And the whole place went. И все начали хлопать в ладоши. Because Rick Joyner said. Потому что Рик Джойнер сказал это.
But you know, it didn't matter to me. Но мне все равно. People clap for me, don't clap for me. Если люди хлопают мне в ладоши или не хлопают, я знаю, что Иисус мне сказал. Но this morning, в этом утром I know what Jesus is saying to you. Я знаю, что Иисус говорит вам. Well, I'm not that spiritual. Но я не духовный. Do you think that your highest calling вы думаете, что ваше высшее призвание, no. чтобы вы были духовными? No. Нет. No. Нет. No. Нет. And I'll tell you why. И я вот почему я вам скажу. Things, многие, наполненные Духом, сделали духовные вещи. Before the и когда они становятся перед Господом, plainly, Он скажет им прямо в лицо, я никогда вас не знал. Вы духовные люди. And we are to be spiritual, и мы должны быть духовными. Not carnal, не плотскими. But your highest calling of God но ваше высшее призвание в Боге is to move into sonship, войти в сыновство, to be an heir, стать наследником, потому что ты можешь быть сыном, но не наследником, Библия это говорит. The book of Galatians says this. Галатам говорит вот что. Yet he is a son when he's born into the family. Yet когда он родился, да, он сын. Until he is taught by the teachers. Пока он не научен учителями. And graduates, paraphrasing, и не перерастет. He's the same as a slave. Он тот же самый, как и раб. Even though he's a son. Даже если он сын. Because he doesn't know. Потому что он не знает. Don't tell me you said that too. Не говори то, что ты тоже самое проповедовал. You said that too. Ты это тоже самое проповедовал? He read it. А он? You preached on this а я проповедовал воскресенье. То же самое. Сыновья и наследники. I haven't preached this for a while either. Я это тоже проповедую некоторое время сейчас. It's in the air. И это сейчас в воздухе. In among the two or three witnesses, let everything be established. Посреди двух-трех свидетелей. This should give you the fear of God. Это должно вам дать вам страх Господень. Не просто страх Господень. You need to draw near to God. Вам нужно приблизиться к Богу. And he will draw near to you. И он приблизится к вам. Well, I don't feel anything. Но я ничего не чувствую, но ты все равно приблизься к нему. I'm getting more harassed by the enemy. Draw near to God. Враг идет против меня. Все равно иди ближе к Богу. О, тяжело. Иди ближе к Богу. My flesh is fighting. Draw near to God. О, моя плоть воюет со мной. Все равно иди к Богу. I'm going to war against the devil. Ignore him. Я буду идти против Бога, но забудь это. Иди ближе к Богу. The devil hates to be ignored. Дьявол ненавидит, чтобы его игнорировали. It's all about sons. Насчет все сыновей, становящимися наследниками и потом друзьями. This is why Jesus said это почему Иисус сказал the disciples своим ученикам. John chapter 14. Иоанна 14. It's very important the order, so you have to listen to the order. I no longer call you servants. Я больше вас не называю рабами. Ah, but wait a minute. Но послушайте. That means they learned how to be servants. Значит, они научились, как быть рабами. They learned. Слугами. After 3.5 years, they learned. После 3.5 года они научились быть слугами. Of course. They learned how to be servants. Они научились быть слугами. They learned how to serve God. Они научились служить Богу. But listen, they also served the people. Но они также служили людям. They served the people. Они служили людям. Who was giving out the fish and the loaves? Кто раздавал хлеб и рыбу? The disciples. Ученики. Who picked up all the pieces? Кто потом пособирал после? Ученики. They served God. Они служили Богу. But they also learned. Но они также научились служить людям. John said, "You cannot love God whom you do not see, or cannot see." Вы не можете любить Бога, которого вы не видите или не слышите. If не можете. Если вы не любите если вы не любите людей, которых вы можете видеть. So when they became servants and graduated, когда они были слугами и переросли это, он сделал вот это вот. It's why we're here today. It's why last night happened. Он провозгласил это, он сказал. Провозгласил вот что. Потому что он слуга. И знаете, you know что это, в то время слуга кем был? They were slaves. Они были рабами. A servant and a slave. Слуга и раб. Jesus said, Иисус сказал, does not know what's going on in the household. Он не знает, что происходит в доме. They are told what to do. Им говорят, что делать. They obey what they're told to do. Они должны быть в послушании. But they don't know what's going on но они не знают, что происходит в доме. I want to know what's going on in God's house. Я хочу знать, что происходит в доме Божьем. Because at the beginning of John 14. Потому что в начале Иоанна 14 Иисус сказал. In my Father's house. В доме отца моего. Are many rooms. Много обителей.
Я иду приготовить для вас. Ну и потом он говорит, если вы понимаете эту динамику, that becoming a friend of God становясь другом Бога will result in you knowing what God wants to do вы тогда сможете понять, что Бог хочет делать в вашей жизни. And the still small voice и этот маленький голос внутри and the word of the Lord и слово Бога will guide you будут направлять вас. Okay, so I had to cover friendship. Okay, я покрыл дружество, дружбу. But I want to talk about the counterfeit. Я хочу поговорить о подделке. The counterfeit подделка of true friendship with настоящей дружбы с Богом is called the familiar spirit. Называется фамильярный дух. The familiar spirit is not what we think. Это не то, что мы думаем. You know, the sorcerers get together and they pull up spirits. Колдуны сходятся вместе, и они призывают духи, и они знают, это говорят, это мои дядьки, и все такие вещи творят. That's in that realm. Это в том, в той сфере. I'm going to talk about this, the familiar spirit in the church. Я буду говорить о фамильярном духе в церкви. When you come to church, когда ты приходишь в церковь, and you become too familiar with и когда ты становишься слишком фамильярным, and you think that by coming to church on a Sunday, и когда вы думаете, что приходя в церковь по воскресеньям, ты чувствуешь духа, you hear the word, ты слышишь слово, you feel good, ты хорошо себя чувствуешь, you've done your duty, ты сделал свое дело, you go home, ты идешь домой, but the rest of the week, но остальную всю неделю not too much kingdom coming out of you. Немного царства исходит из тебя. You might even read the word every now and then. Ты, может быть, иногда прочитаешь слово, but you've become familiar. Но ты стал фамильярным. Familiar. Фамильярным. Familiar. It's familiar. Very close to friendship, but a world apart. Это очень близко с дружбой, но очень далеко. You get around the people of God. Ты кружишься вокруг людей, вокруг помазания, вокруг вещей Божьих. Ты ходишь на некоторые конференции, ты становишься фамильярным, и это очень опасно. Многие люди становятся фамильярным с Богом и не другом Бога. Они фамильярны с Богом. Вам нужно научиться, как проходить через эти... просто познавать Его, желать Его, делать все, чтобы Он был, чтобы Его Слово стало живым. Фамильярность заставляет многих людей мучиться. Заставляет людей, они думают, что они сделали достаточно, чтобы войти. Just enough to go in. Достаточно, чтобы войти. They look like the real thing. Они выглядят как настоящее. But they've eaten the placebo. Но они съели плацебо. You know what a placebo is? Знаете, что плацебо? It's a pill. Это таблетка. That has no, doesn't do any good to you whatsoever. Которая не делает ничего хорошего для вас. But looks like the pill. Но выглядит как настоящая таблетка. That'll keep you alive. Которая содержит вас живыми. They both look exactly the same. Они одинаково выглядят. But one has life. Одно имеет жизнь. And one has gradual death, not instant death, gradual death. Но а другая имеет постепенную смерть. In the Garden of Eden. В саду. The devil offered Eve placebo. Дьявол предложил Еве плацебо. Do you know how sin came in? Знаете, как грех вошел? How did sin come in? Как грех вошел? Here's what God said. Вот что Бог сказал. He didn't say when you eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Он не сказал, когда вы съедите от дерева познания добра и зла, you will die. Вы умрете. Он не сказал это. He said, in the day thereof, он сказал, в тот день, when you eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil, когда вы поедите с этого плода, с дерева, вы умрете. Не сразу же умрете. Постепенно. So the serpent и этот змей offered her a placebo. Предложил ей плацебо. And he said this. И он сказал вот что. When you eat from that fruit, когда вы будете кушать like с God, этого плода, вы будете как боги, зная хорошее и доброе, плохое. He was exactly right. He was. Кто из вас знает, он был прав, because да, он был. God, потому что Бог, after it happened, после того, как это случилось, said, он сказал, теперь the man has become like us, God, он стал как мы, боги, knowing good and evil. Познал доброе и плохое. But God didn't want Adam and Eve to know good and evil, но он не хотел, чтобы only они good. Познали хорошее и плохое, только хорошее. God knew what good and evil was. Бог знал, что такое хорошо и плохо. The devil knew what good and evil was. Дьявол знал. Because he had good, now he has evil. У него было хорошее, теперь он сейчас стал плохим. But God didn't want Adam to have it. Но он не хотел, чтобы он познал это или имел это.
And what happened was when he ate it, и когда он съел это, sin came through the eyes. Грех вошел через глаза. How do we know that? Как я это знаю? It says that Eve looked and saw. Потому что Ева увидела. She looked at the fruit. Она посмотрела на этот фрукт. And she saw that увидела, it was good to make one wise. Very important. И увидела, что он хорош. And sin entered in. И грех вошел после того через глаза. You say in the day thereof they didn't die that day. И в тот день они не умерли. Do you know it, it, you know Adam lived almost 1,000 years? Знаете, что Адам прожил почти 1,000 лет. And 1,000 years is as a day. That's what the Bible says. Это как день. It's very interesting. Took очень интересно. Almost 1,000 years to kill him. Это заняло дьяволу почти 1,000 лет убить его. But on the day they ate it. Но в тот день, когда они съели. That was it. Это было все. What happened on the day? Did they drop dead? No. Что случилось в тот день? Они умерли? What happened when they died? Но что когда они съели? Here's what happened. This will help you. И это вам поможет. You need to know how to see in the spirit. Вам нужно знать, как видеть в духе. Whether you believe it or not. Верите вы это или нет? Whether you believe it or not, you need верите to know how to see in the spirit. Верите вы в это или нет? Вам нужно знать, как видеть Every в духе. Every one of you has the capacity to see. И у вас у каждого есть возможность видеть в духе. You say, Charlie, that's easy. You're a seer. Можно сказать, Чарли, тебе легко, ты провидец. I do not see out of a gift. Я не вижу из-за своего дара. Я вижу из-за моих дружеских отношений с Богом. Как Адам и Ева видели перед тем, как они съели? Они видели из царства снаружи, из внутри вовнутрь. Царство было вовнутри, изнутри внаружи. Когда они увидели, царство выходило. Царство выходило. Царство выходило. Любовь, радость, мир. Мы не пьем или кушаем царство. Но радость, мир, и оно выходит. Они видели из своих глаз. Когда Адам посмотрел на животных, он мог назвать, как он дал имена. Мудрость Бога выходила оттуда. Она выходила. When they ate of the fruit, когда они съели этот because фрукт, she saw этот плод, it was good, она увидела, что он the хорош. Moment she ate of the fruit, как только она съела, the outside began to come in, and she began to see this way. Снаружи теперь начало входить вовнутрь. And all the things that were that the enemy had in the world out there, все что враг имел в мире, this gate. Вошло в эти врата. She began to see a different way. Она начала видеть and по-другому. See a different way. И начала видеть по-другому. And see a different way. Видеть по-другому. And see a different way. Видеть по-другому. The outside influence of the world влияние в мире began to come into them through the eyes. Начало входить через глаза. And because they began to see a different way, потому что и почему они начали видеть по-другому, они начали думать по-другому. And they could see that they were naked. И они увидели, что они наги. And they hid from God. И они спрятались от Бога. Because they looked at everything out there in the world. Они посмотрели все, что находилось в мире, и оно вошло в них. Now, when Jesus died for you, когда Иисус умер за вас, and you receive Him as your Savior, и вы получаете Его как своего Спасителя, and He comes into your life, и Он входит в вашу жизнь, the kingdom of God is within you. Царство небесное в вас. How are you supposed to see? Как вы должны видеть? This way. Отсюда. But you don't automatically do. Ну, вы так не делаете автоматически, потому что ваш разум не обновлен. You confess the word. И вы берете слово и провозглашаете, изучаете you слово. Вы живете в слове. You move in the word. Вы двигаетесь в слове. You walk in the word. Вы ходите в слове. You pray in the spirit. Вы молитесь в духе. You pray with your understanding. Вы молитесь с пониманием. You renew your mind. Вы обновляете свой How разум. Do you renew your mind? Как вы обновляете свой разум? You get rid of that old way of thinking that comes this way. Вы избавляетесь от старым путем, and you begin как to think думать this way. И начинаете думать изнутри. What you see что вы видите determines what you think. Это самое. Что увидите? Not what you think determines what you see. What you see and the way you see. Что вы думаете, каким путем вы это видите? Will determine what you think. Как вы видите, так и думаете. So what are you looking at? На что вы смотрите? Как вы смотрите? I'm looking at a room full of people. Я сейчас смотрю на людей в зале. Нет. Looking at the angels, looking at the room full of people. Я смотрю на ангелов, смотрящих на людей. Looking at God, looking at the room full of people. Я смотрю на Бога, смотрящих на людей в зале. Looking at the kingdom that sits over your head. Я смотрю на царство, смотрящих на людей. Some of you God's pouring oil over your head. На некоторых вас Бог изливает елей. But most of you are sitting there. Но многие из вас сидят. And He ain't pouring. И Он не льет на вас елей. Because you don't ask Him. Потому что вы не просите. Well, pour some oil. Ask Him to pour some oil on your head. Попроси Его, чтобы Он налил елей на вашу голову. Well, I don't see it. That's Но your problem. Я не вижу. Это вот твоя проблема. Я это вижу.
When you're in the world, когда ты в мире, you're in a mall. Ты входишь в большом магазине. Oppressive in the mall. People go, it's so oppressive in the mall. О, там как бы тяжело ходить, давление. Who cares? What are you looking какая at? Какая разница? Не смотри the на. The kingdom's in the mall. Царство небесное. Glory's in the mall. В моле. God's in the mall. Слава Божья. Бог в моле. Ангелы. На что ты смотришь? What was in the elevator? A guy кто в лифту? Мужчина стоит. Ding, ding, ding. No, the kingdom was in the mall. God was in the mall. Царство небесное было в моле. God goes to baseball games with me. Бог ходит на baseball games. God goes to basketball games with me. На игры баскетбола ходит со мной. No, God only goes to church. No, Бог только ходит в церкви. No, вы что, шутите? I went to a Seattle Mariners game. Я недавно был на игре Seattle Mariners. Seattle Mariners. Seattle Mariners. Nobody's cheering. Come on, go Mariners, go Mariners. Okay, Seattle Mariners game, Kingdom. Царство. 1993. I'm sitting there. I always wanted to get a foul ball for years. Я всегда хотел получить этот мяч. I never got one. И мне никогда не получал. I lived in Montreal. Я раньше жил в Монреале. I cheered for the Expos. Go Expos. Я всегда как бы радовался за это и никогда не получал мячик. When you're a kid, you want to get a ball, baseball. Когда ты мальчик, маленький мальчик, ты хочешь получить мячик. So I was at the Kingdom. И я был в царстве. Here in Seattle. Здесь, в Сиэтле. And a little boy, 6 years old. И вот мальчик рядом сидит, 6 лет. No. Little kid. И мальчик сидит рядом. He says to his mom. И он говорит маме. Mom, how come none of the foul balls are coming to me? They're coming to there. Почему вот этот мяч не вылетает и не летит ко мне, а он летит тут в те места? I said, because I'm sitting here. They don't come near. Я ему говорю, потому что я сижу здесь, они сюда не летают. And God said. И потом Бог говорит. Because God goes to baseball games with me. Потому что Бог приходит на эти бейсбол игры со мной. You guys, what do you think God does? He stays at home if you go to shopping? Вы думаете, он остается дома, когда вы идете по магазинам? Because you know the what's the store you have? QHF? Q? What are the grocery stores? So the QFC is not holy enough for God? Of course, God goes to the. Бог ходит с вами по магазинам. Do you know who owns it? Вы знаете, кто владеет этим? I know who owns everything. Я знаю, кто владеет всем. Это какая разница? I look up here. Я смотрю сюда. Lift up your eyes. Я поднимаю свои глаза. Ну окей, я был на этой игре, и Бог мне говорит: ты молись. I'll put a baseball in your hand. Я положу, и ты получишь этот мячик. In my hand, not pick it up. Не подыму, не куплю. God's gonna put a baseball in my hand. Он поставит этот мяч. Randy Johnson's hand. Randy Johnson, the pitcher. Рэнди Джонсон, один из игроков. This is the God I serve. Don't know about your это которому God. Богу, которому я служу. He's my friend. И он мой друг. And I'm his best friend. И я его лучший друг. Yeah. You're looking at God's best friend. И вы сейчас смотрите на лучшего друга Бога. Well, he doesn't look like much, Martha. Он не выглядит так. The weird shirt is too short for him. He's pulling it down all the time. С короткой майкой, которую опускает постоянно. Ты некрасиво одетый. Знаете, почему я так не одет красиво для воскресенья? Я был в Антарктике. Arctic up there. На севере был. Russia has a part of the Arctic, so does Canada. Россия имеет часть Арктики. So this is how I'm dressed. Арктика. Yes, thank you. You know Arctic, where the Eskimos live. You know that Arctic. Знаете, Арктика, где эскимосы живут. And so anyway. И вот. So I'm dressed like a. Yeah. Я одет так. But God speaks to me. Но Бог говорит ко мне. If you pray. Если ты помолишься. I'll put a baseball in your hand. Я положу этот мяч в твою руку. Thank you. My hair stood up. И у меня волосы на спине поднялись. Я говорю, спасибо, Господь. God has control of everything. Бог в контроле во всем. Even the pitcher. Даже этот человек, который. Even the baseball pitcher. Вот этот baseball pitcher. Yeah, even the baseball pitcher. So he pitches a pitch in the 7th inning. Okay, so он кидает этот мяч, стукает этот мяч. It's a foul ball. You know what a foul ball is? Палкой. Улетает этот мяч из поля, и он летит к людям. People jump to get the ball. И некоторые люди хотят его поймать. It goes up their finger into my hand. А я ловлю его, этот мяч. A major league baseball. И прямо падает мне в руку. In my hand. 1993. 93 год. Seattle Mariners. Seattle Mariners. Kingdom. Kingdom, царство. Kingdom. Randy Johnson, the Kingdom. Oh, Dome. Oh, okay. Stadion. The Kingdom. Well, the Kingdom was in the Kingdom. Stadion. So the Kingdom was in the Kingdom. Stadion. Did you get that? That's the King Dome. That's a stadium. Вы поняли это Kingdom? Dome. Это как стадион. Kingdom. So I got it. But the good thing was, I thought, woo! I got a baseball. Я обрадовался. Окей, я получил этот мячик. The only problem. Единственная проблема. Freely I receive. Даром получил. Даром давай.
As I said last night, и как я вчера говорил, I'm saying this on purpose, because я это специально говорю. Я говорю о настоящей дружбе. Not being familiar with God, не быть фамильярным с Богом. Быть другом Бога. You, вот час нам надо двигаться. Not, well, не просто, church, so ой, я, наверное, пойду в церковь, я получил спасение много лет назад. Нет, так не работает. Сэмми и я пошли в баскетбол, NBA. He had an event last year. Он был на одном событии в прошлом году. At the NBA basketball game in Toronto. I was there. В Торонто, NBA basketball. With another ministry he worked with. С другим служителем. And the players got 2,000 or 3,000 people got saved during the week. The Christian players went out. И эти игроки, это самое, многие из них из-за них получили спасение. So years ago, I went to a basketball game. И окей, несколько лет спустя я пошел на этот гейм. I thought for many years I would play in the NBA. Я думал какое-то время я буду играть NBA. Там самые крутые игроки играют. Я очень быстрый был, я мог высоко прыгать. Как Супермен себя думал о себе так. The NBA never called me. И они никогда меня не позвали. They never came. Well, one scout came from Los Angeles. Один пришел, чтобы интервью мне дать. I ended up going to a basketball game. Я пошел посмотреть на этот гейм. И Сэмми был со мной. And before the game, a man comes up. И перед игрой мужчина встает. Would you like to take a shot from center for $50,000? Ты хочешь закинуть мяч за $50? In an NBA game, yeah, make sure you get that one. 50,000. Из центра арены. Okay. So I said yes. И я говорю да. So Sammy and I sat down. И Сэмми и я сели. They took my seat number at the game. Они взяли мой номер. The stadium was full of people. И стадион был заполнен людьми. San Antonio Spurs on one side. San Antonio Spurs с одной стороны. Vancouver Grizzlies over here. That's a good. Vancouver. Ванкувер там был. On the San Antonio Spurs. San Antonio Spurs. Tim Duncan. Tim Duncan. David Robinson. Oh, good. David Robinson, хороший игрок. So this lady says, "Are you Charlie Robinson?" Yes. И она мне одна женщина спрашивает, Charlie Robinson? И мы заходим в этот зал. And then there was a timeout. Timeout. Okay, timeout. So all the players are sitting there. Перерыв, и все игроки садятся и начинают объявление. Все игроки там, все фэны сидят. And the man on the announcer. И человек говорит. And now the $50,000 shot from center. 50 тысяч долларов с центра стадиона. И я выхожу. I'm saying, God, it's about time. И я говорю, о, Господь, наконец-то мое время пришло. Сэмми видел. Маскот был как большой медведь, и он мне начал массаж делать спины. My face up on the screen. И мое лицо там на большом телевизоре, и мое имя Чарли Робинсон. Yes, я yes, так Lord. Думал, вау, ну I да, Господь, наконец-то я добрался. All the players are watching me. They're sitting и there. Все игроки Tim сидят Duncan. И смотрят hey. На меня. Well, I didn't do that, but I'm like, more like, hey. И я так себя вел, hey. So I had the ball. И вот у меня мяч. Oh, the cheerleaders. И cheerleaders там мне тоже. If I make it from center, $50,000. И если я попаду с центра поля, 50 тысяч долларов, американских долларов. It's like 10 million Canadian. No, not это как 10 миллионов канадских. I'm almost done. Okay, я почти закончил. И я беру мяч. I shoot the ball. И я кидаю мяч. Oh, bad shot. Way over oh, here. Doesn't hit. Плохой, не попал so в сетку. Remember the shot for the free 4 tickets? Помнишь этот неправильный мяч? Я неправильно закинул. Опять, не попал. I missed that. No 50,000. 50 тысяч не пришли. No free tickets. Нету бесплатных They билетов. Gave me a hat with a bear on it. Они мне дали просто шапку с медведем. But I got to take two shots. Но у меня была возможность два раза закинуть во время этого великой игры. He's been given hockey stadiums where the professional hockey teams play. They give it to him for a whole day. Они ему дают стадион хоккеем на целый день. How do you get that stuff? Как вы это получаете? Because Charlie, you're really gifted? No. Charlie, потому что ты одарованный? I want to know him. Я хочу знать его. I want to know him. Я хочу знать его. I want to know him. Я хочу знать его. I want to know him. Я хочу знать его. I want to know him. Я хочу знать его. I want to know him. Знать его. I want to know him. Знать его. And he wants to talk to me. И он хочет говорить со мной. He wants to mess me up. И он хочет пошутить со мной. Встаньте, пожалуйста. God wants to mess you up. Он просто хочет с вами сегодня пошутить. This is Sunday afternoon now. Это уже воскресенье после обеда. And I'm a Canadian Russian now, и я русско-канадец.
They call him Ivan the Wonderful, not Ivan the Terrible. He's Ivan the, my dad's Ivan the Wonderful. У меня отец Иван Великий. Прекрасный. All those Russians get a bad rap, right? Вы все русские получаете плохое звание. Знаете что? Иван Грозный, Иван Прекрасный. Это мой отец. Поднимите свои руки. Вы получите за тем, что, зачем приехали. Вы хотите дружбы с Богом. Это будет стоить вам. И вам нужно просто придавиться, искать его. God wants to change the way you see. Бог хочет поменять ваше мышление, как вы, и также как вы видите и как вы действуете. The Bible says, looking unto Jesus. Библия говорит, смотря на Иисуса. The author and finisher of your faith. Автор и окончатель вашей веры. You need to lift up your head. Поднимите вашу голову. What does that mean? Что это означает? Get the heavenly perspective. Посмотри с небес. Your feelings don't matter. Ваши чувства незначимы. I'm talking about whether you feel depressed. Я говорю, если вы чувствуете депрессии или давление, не имеет значения. You want to get deliverance from oppression? Вы хотите получить свободу от давления? Пейте от реки и не останавливайтесь. Если вы будете пить от реки и не останавливаться, у вас никогда не будет депрессии. Never. Никогда. Never. Никогда. Never. Никогда. Never. Никогда. People here, there's depressed people here. Многие люди здесь в депрессии. I had an email from a man who was depressed for 50 years. Я получил email от человека, который был в депрессии 50 лет. Clinically depressed. Клиническая депрессия у него была. Many medications. Многие медицину принимал. Many psychologists. Многих психологов посещал. Many psychiatrists. Психиатров. Many times in the psychiatric ward. Много раз был в психической больнице. He came to one of our meetings. Он пришел на наше служение. And he told me. И он сказал. It was one month after. Это был месяц после. I have been through everything. Я все прошел. And he told me all the things he went through. И через все вещи, которые он проходил. 50 years clinically depressed. 50 лет клинической депрессии. And I told him. И я ему сказал. Drink from the river. Начинай пить с реки. And he said, you know, I tried everything. Знаешь, я все перепробовал. Why not this? Ну давай я это могу попробовать. So he did this by faith. И он этой верой, и он начал пить из реки. And the moment he did. И момент, когда он это сделал. All his depression left him. Вся депрессия ушла. One month later, через месяц, he wrote me an email. Он мне написал email. I have not been depressed one single day у меня не было депрессии ни одного дня now, после того. Если у вас депрессия была 50 лет, you know when you're not depressed anymore. Вы уже знаете, когда у вас нет депрессии. We're going to take a drink from the river. И мы сегодня будем пить с реки. Unless you become like a little child, you cannot пока не станете маленьким ребенком, вы не можете войти в Царство Небесное. У меня были апостолы, всякие разные приходили, подходили к моему лицу. And say these things are not from God. И они говорили, эти вещи не от Бога. Dental miracles, gold teeth aren't from God. Золотые зубы не от Бога. Guess who gets the dental miracles? Знаете, кто получает? Those guys. Эти ребята и получают, которые не верили. Я говорю о тех высоких рангах, как апостолы. Если бы я сказал вам, какие люди имеют золото в зубах, они бы вам не сказали. Сами знают некоторых из них. И некоторые подходили прямо ко мне к лицу и говорили, это не от Бога. Вы не защищаете себя. Ну, если и что, если ему не нравится. Вам не обязательно, чтобы все нравилось. Богу нравится. Но это не влияет на меня. И я не обижаюсь. И они благословляются. Момент, когда вы перестаете обижаться, это момент, когда другие люди будут благословлены. Это момент, когда другие получат благословение. Offended, если вы еще обижаетесь, он вот этот сделал для меня. Вы не готовы к служению. Jesus, что они сделали Иисусу? Это не сравнится. То, что они сделали ему. Совершенный человек. Died, но он умер. So давайте сделаем бочку. River, возьмите с реки. Head, голову назад. Mouth, откройте рот. And drink, и пейте. Drink, 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 wow, that felt good. I gotta do классно. Я еще хочу так поделать. I can't get low enough, so I'll have to stand and do it. But pretend I'm low. Представьте, что я низко танцую.
I don't know if that's good or bad. Maybe the Cossacks. I don't know if. Я не знаю, если это хорошо или плохо. Cossack dancing, I like, so it's all good. Are we all good? Let's take another drink. Давайте еще раз попьем. Who are we gonna drink for? За кого? Давайте за баптистов попьем. За баптистов. Большую бочку пьем за баптистов. Пьем за баптистов. Drink for the Baptist now. Прямо сейчас пьем за баптистов. Drink, 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 drink. Drink, 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 drink. You know what? We're going to drink for a few people. Мы сейчас будем пить за некоторых людей. The assemblies of God. Let's drink for the assemblies of God. Assemblies Божьи. Еще раз большой, большой глоток. Пьем за ассамблеи Бога. Assembly Lord, shake up the assemblies of God. Потряси ассамблеи Бога. Mess them up, fill them up. Потряси их. Потряси эти церкви, чтобы слава вошла, чтобы огонь сошел. Boom. Boom. Oh, just take that. Just let's stay here for a few minutes. Давайте еще несколько минут побудем здесь. We're running. We're going somewhere. Мы бежим. Мы куда-то идем. Мы куда-то бежим. You say, where are we running? Heaven. Just keep going. Спроси, куда мы бежим? На небо. Продолжайте. Продолжайте. Не думайте им. Не пользуйте ваши мозги. Доверься Богу. Lean not on your understanding. И не доверяйся разуму. You're running to the nations. Вы бежите на нации. You're running with the nations. Вы бежите с нациями. God, you're gonna do something in Seattle. Бог, ты что-то сделаешь в Сиэтле. God is gonna do something in Seattle. Бог, ты что-то будешь делать в Сиэтле. I said, God is gonna do something in Seattle. Бог что-то делает в Сиэтле. Because you're a port city. Потому что вы город портный. Major ministry is on port cities on the water. Портовый город. Port water портовый cities. Город. Water cities. So if you're watching online, если right вы сейчас смотрите, and you live in a port city, и вы живете в портовом городе, я сейчас вас благословляю, поощряю вас, волна Божья идет. Hallelujah. I'm gonna take one more drink. Я еще раз попью. Okay, make your barrel. Вы сделайте бочку. Dip it in the river. В реку. Опустите голову назад. Open отклоните, your mouth. Откройте рот. А And drink. И пейте. Глаг, 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 глаг. Глотаем, глотаем, глотаем. Глаг, глаг, глотаем, глотаем, глотаем. And for the Russians. Hey, 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 hey. Okay, well. Okay. I'm almost done. Я почти закончил. Point two. No, I'm just kidding. Not Пункт point два. Two. I want you to understand. I think я more хочу, than anything чтобы вы else, поняли больше, чем что-либо. My, I'm starting to get messed up. Okay. Меня сейчас, я просто меня накрывает. Actually. See, God wants to mess up his friends. Бог хочет накрыть своих друзей. See, now, there's some of you here. Некоторые здесь из вас. You don't think you're a friend of God, but you are. Вы не думаете, что вы друг Бога, но вы you друзья are. Бога. No, you are. Вы друзья Бога. Well, I don't talk about God a lot. Но я не говорю много о Боге. You don't have to talk a lot about God. Вам не надо говорить много о Боге. You know what qualifies you? Знаешь, что квалифицирует тебя? You want to be his friend. Ты хочешь быть другом его. Qualified. Квалифицирует тебя? Qualified. Квалифицирует. Qualified. Квалифицирует. Qualified. Квалифицирует. You go very, very low. Ты идешь низко. Low, низко. Low, low, ниже, 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 ниже. Low. Ниже. And when you go low, и когда ты опускаешься ниже, and you humble yourself under the mighty hand of God, ты смиряешь себя под рукой Бога, you'll find that's where God lives. И ты узнаешь, что где, там, где Бог живет. In lowliness of mind, esteem others better than yourself. В смирении находишь Бога. That was it? But you have to do it now. Вам нужно это сделать сейчас. So you know what the song is for today? Знаете, какая сегодняшняя песня? You need to do it now. Вам нужно сделать сейчас. There's a song that goes with that. It's now or never. И песня идет к этому. Give your life to God. Отдай свою жизнь Богу сейчас. Do it now, my brother. Сделай сейчас, мой брат. Or the time will be gone. Или время уйдет. Tomorrow will be too late. Завтра будет поздно. Give your life to Jesus. Отдай свою жизнь Иисусу. You'll end up at heaven's gate. И ты встретишься в вратах. Okay, well, praise God. I'm going to give the microphone to the pastor. Я дам микрофон пастору. Thank you, pastor. Спасибо, пастор.